Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте и в Одноклассниках. Сегодня 1.10.2017. 1.10.2017. Сегодня у меня новый уровень. Новый уровень 700. Новый уровень 700. Новый уровень 700. В игре Ёлочка 2017. В игре Ёлочка 2017. ВКонтакте. Победа, победа, победа. Победа, победа, победа. Вот так, уважаемые пальчики. Вот. Вот это моя, мой новый питомец, Луша. Вот, уважаемые подписчики. Вот. Мой новый питомец, Луша. Ящерка. Луша, Луша. Я ее назвала в честь памяти моей Лушеньки ушедшей. Лушечка моя умерла все-таки, уважаемые подписчики. Улиточка моя умерла все-таки, уважаемые подписчики. К сожалению, погибла моя улиточка, не выжила. Уважаемые подписчики. Мне так жалко об этом говорить, но действительно она не вышла. Сегодня я дыню кушала, уважаемые подписчики. Кушала дыню, я кушала. И вот так. Вам мой зайчик передает привет. Здравствуйте, я крёзик пушистик белый. Точно. И еще, уважаемые подписчики, сегодня день рождения у моего любимого барашка. Моего белого барашка. Зовут его Андрей Волков. А вот мои котики. И, кстати, 30 сентября 2017 года моим котикам исполнилось ровно 5 лет, как они у меня появились. А Тишеньке исполнилось 6 лет. Тишеньке 6 лет исполнилось. Тишенька, посмотри в камеру. Тишенька в камеру посмотри. Ой, как у него глазки светятся, уважаемые подписчики. Ой, какие у него глазки светятся, уважаемые подписчики. А, у нее глазки светятся, тише, ну, давай. Ой, уважаемые подписчики, у нее глазки светятся, смотрите. Тишенька, вот. Уважаемые подписчики, у нее глаза светятся, мальчик мой, в темноте. Ладно, что еще показать? А, ну вот это мои игрушки, там котик Черныш спит так. И да, уважаемые подписчики, у меня радость. Я свой, наконец-то нашла свой любимый фотоаппарат. Фотоаппарат Samsung, черный. Итак, уважаемые подписчики. Ой, да, и чуть не забыл, уважаемые подписчики. И по традиции на губной гармошке. Ой, не ту ноту завела. Простите, важные посетители. Итак, февраль, апрель. Все, уважаемые подписчики. Так, и вот, уважаемые подписчики, у меня теперь появилась настоящая пуля. Настоящая пуля появилась, уважаемые подписчики. Ой, извините. Так, ладно. Это моя первая крупная победа в ферме. Уровень 700. Ура! Так, сейчас идет концерт Филиппа Киркорова, уважаемые подписчики. Далее я могу. Ой, уважаемые подписчики, заканчивается концерт Филиппа Киркорова. О, Андрей боится, фу, Андрей Волков упал, Андрей Волков мои, точно. Все, вот он. Вот мой Андрей Волков, у него сегодня день рождения. Это советский кому-нибудь, вот написано, цена 1 рубль 50 копеек, по-моему.
А, нет, 1 рубль 41 копеек. Вот. 1 рубль 40 копеек. Это все из СССР. Так, уважаемые подписчики, начинается новая передача. Я могу, называется. Так, угу. Так, ага. И ведет ее, уважаемые подписчики, Леонид Акач-Якубович. Уважаемые подписчики, офигеть. Так, ладно. Ладно, всем пока, с вами Тишка Ильина, подписывайтесь на мой канал, пока-пока. Ах, да, вот уважаемые подписчики, это я. Я привет, уважаемые подписчики. Пушите, кладите. Все, пас. Ладно. На этой неделе, так, на следующей неделе день рождения сразу у двух моих друзей. И у моей любимой мамы Юлии Котовой. У нее день рождения 6 октября. А у моей лучшей подруги Стаськи Тигры день рождения 5 октября. Уважаем друзья, говорить заранее нельзя поздравлять. Но я постараюсь снять юбилейный новый уровень. Только я не знаю, какой будет. Я не знаю, в какой игре, но обязательно сделаю. Юбилейный или даже не юбилейный, уважаемые подписчики. Ладно. Ладно, можно подписчики. Всем пока. С вами Тишка Ильина. Так, и по традиции на сосудочке. Ой, блин, что ты свистишь? Ой, блин, точно. Дудочка. Тихо ты. Ладно. Всем пока. С вами Тишка Ильина. Подписывайся на мой канал. Пока-пока.